Всем привет! Вы на канале Земной Татьяны. Если вам нравятся интересные и качественные видео по Аваку, то подписывайтесь на мой канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и оцените это видео лайком после просмотра, если, конечно, оно вам понравится, мне будет очень приятно. Ну и напишите какой-нибудь интересный комментарий. А сегодня видео я собрала вас максимально короткие, полезные, интересные новости по Аваку. Не совсем они приятные, конечно, но, ребята, что имеем, то имеем. Ну, давайте посмотрим мы на Джина, на подарки, на обновку. Ну и обязательно в видео будут косяки разработчиков. Как же без этого? Каждое новое обновление всегда встречается какими-то лагами или какими-то багами. Ну что ж, начнем наше видео. И поехали. И как обычно, мы сейчас рассмотрим с вами донат. Ну, донат у нас такой себе, я вам скажу. Не знаю, на что он рассчитан, повышают цены как могут, за 500 рублей мы хотим 12500 авакоинсов, ну и нафиг с ними. Ну и копирка, конечно же, от Icon и костюмы, и корона у нас синяя такая есть, вот как красная женская. Так что, ребята, 2500 за копирку, а зачем, я и так в обычном платьице похожу. Ну и обычно, какие у нас косяки по прошлому, я забыла вставить, точнее, мне забыли передать. Посмотрите, они поставили копирку, вот эти все нижние бельишко, только без стрингов. То есть старые вещи просто переделали и сделали из стрингов обычные труселя, и при этом они нехило подняли на это цену. Очень ругались там и в Инстаграме, и в Reddit, что вот зачем это делать и при этом изменять фирму. А в обычном магазине, прикиньте, опять одни позы и пара танцев. Этот танец можно сделать бесплатно в строительной машине, но он вообще какой-то, ну, ни о чем. Ребята, вроде только что я их хвалила в прошлом видео, что какие красивые платьица. И тут на тебе просто одни позы. Ребят, ну, что-то как-то некрасиво поступаете. Вроде ничего нового из локации не делаете особенного. Нет, они ставят какие-то позы. Ну, я в шоке. Просто я сначала думаю, ну, все, денежка хоть как-то накопила. Думаю, сейчас что-нибудь потрачу себе, еще куплю красивое. Но нет, не куплю. Я задумалась и такая думаю, да, печаль великая, конечно, у нас. И запечалилась я так, что, в общем-то, позы вот такие и есть у нас. Как только какой-то косяк, они ставят такие печальные позы. Ребята, извините, но вот мы ничего не смогли с этим сделать. Но зато они решили в комплекты, ну, типа, ребят, держите, распродажа, которая уже была, за разные там, и за лето, и за осень, и за все, что можно, в общем-то. Накидали они всяких распродаж, типа, если не успели, вот смотрите, мы вам даем шанс еще прикупить. А вдруг вы не успели на Хэллоуин, это все у нас там месяц целый висело. Здесь косяк, обратите внимание, 44 999. Классно! А при этом посмотрите, сколько вещи стоят. И это великий косяк, который быстренько народ увидел и прикупил это все. Жаль, я все это вовремя не увидела. Я, естественно, все это взяла. Хотя у меня там платье есть. Да, но этот косяк быстро исправили. Просто забыли циферку написать. Да, там было 444 тысячи. Тысячи, а не за 44. Ну, это что, блин, кто успел, тот молодец. Я вообще, ребят, вам завидую. Хотя мне, в принципе, эти вертолеты, машины золотые, ну, так себе, как бы. Остальное так, все у нас. А, ну, решили опять по фотографиям вдарить разные позы фотографов. Что еще у нас? Какие-то единороги тут, коллекция единорожная. Ну, я там особо ничего и не стала брать. Думаю, ай. Зачем? Серф анимация у нас тоже имеется за 5499. Так, что еще? Так, опять в позу фотографирования. В общем, ребята, все, что было, все туда напихали. Лишь бы народ как бы там особо не возникал, я так поняла. Так как анимация у меня есть, я посмотрела на Нубах.
И обнаружила, что у нас еще, вот, видите, я пыталась купить, пыталась. Я тогда не выходила, у меня еще эта цифра была, но не срослось. Анимация «Вампир». Ребята, что я вам говорила на Хэллоуин? Будет все это в комплектах и будет все это за авакоинса. Нет, они добавили эту анимацию, добавили ее за донат. Ну, классно. Ну и анимация ведьмы. Я не знаю, есть она сейчас или нет. Она у меня просто куплена, поэтому я без понятия. Куплена. А, правильно, это что, Нубе, господи, почему я думаю, не куплена? Так, теперь Voice Awakin у нас в КК. КК. Конкурс мод. Вот. Постепенно добавляют вещи, которые на картинке. И в этот раз они добавили куртяжку. Ну, куртяжка, в принципе, ничего такая, хотя у нас, наверное, такая она есть, но я купила, ладно, бог с ним, хоть что-то себе куплю с горя. Ну и посмотрите, в событиях у нас какой-то, в общем-то, Хэллоуин пати, загадочная коробка, мы все это пройдемся с вами, посмотрим. И отправимся мы сначала с вами вот этот в клуб, который Music Sociality. Помните, я вам говорила, что там ничего в прошлый раз нет, ну, кроме входа, опять же, платного. А сейчас обратите внимание, зайдите и посмотрите, около столика, около диванчиков есть подарки. Я уже все их собрала, ну, там ничего интересного, пластинка, постер и кепочка. На Хэллоуин нам добавляли вот эту музыкальную локацию, но сейчас она без всяких хэллоуинских прибамбасов, и опять же она за мод Coins, которые стоят бешеных денег. И обратите внимание, у меня эти баги просто вот постоянно. То есть я не вижу людей, я вижу только какие-то крылья, причем на них крыльев даже нет. Я думала сначала это какой-то баг, что надо что-то одеть, чтобы так получилось, но нет. Я походила везде, где можно, в общем, народ вот в таком вот виде и стоял. Хотя ни у кого из этих товарищей крыльев нет. Ну и отправимся теперь в гости к Джину. Джин теперь обитает на райском острове. Джин, ну что, давайте посмотрим. Так, опять какая-то кривокрылая стоит. Фон есть у меня, эти наушники, сэндвичи есть, это тоже есть. Это у нас было на яйка, как у нас яйки-то, господи. Ну, в общем, на какой-то праздник-то забыла, Пасха, вот. Ну и очередную нам локу продвигают, какой-то блогера или там, не знаю, инстаграмщицы. В общем-то, глам-пати. Ребята, вот честно скажу, у меня намного больше там вещей расставлено в обычном, в обычной локации, чем вот здесь. Серьезно. Ну вот, если уж представлять, то красивую. А теперь давайте Friday Black. Коробка «Черная пятница». В этой «Черной пятнице» черные вещи. Черная-черная коробка с черными-черными вещами. Ну и что у нас? Какой-то худи для мужичка. Платьице у нас такое синее есть с бабочками. Ну и, в общем-то, батут с чем-то. Давайте к работе перейдем. Самое печальное, что я зашла и увидела, это то, что теперь наши любимые блинчики в чайной стоят 10 кристаллов, а не 12. Это самое печальное, это просто долго стоишь и работаешь, чтобы заработать себе и авакоинсы, и хп себе подкачать. Ну зачем это делать? Ну заставьте одну локацию. А Моника, кстати, не работает, где также было 12 у нас кристаллов. Ну и как я в прошлом видео говорила, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Теперь у нас обмен 40-10, то есть мне надо просто вкалывать, чтобы заработать какую-то тысячонку авабаксов. Ну не мне, всем в принципе, все в одинаковых условиях. Так что, ребята, очень печально у нас новости с работой. Пока миримся с этим, я не знаю, как все будет дальше развиваться. Очень, видимо, хотят разработчики, чтобы мы покупали золотой фартук, но золотой фартук по 200 с копейками рублей не каждый осилит, и тем более с лимитов 90 тысяч в сутки. Ну что ж, ребятушки, спасибо большое за внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. А я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. Муа!